Никто из водителей не любит, когда на дороге его тормозит инспектор ГИБДД. А женщины-водители в силу своей природной чувствительности относятся к подобным встречам еще эмоциональней. Тем приятнее было накануне 8 марта получать от сотрудников ДПС красивые весенние букеты. Конечно, наши сотрудники будут более лояльно относиться к женщинам, но, надеюсь, и женщины не будут нарушать правила дорожного движения. Они и так у нас, как бы, по сравнению с мужчинами, более дисциплинированы. Поэтому надеюсь, что на дорогах в эти дни будет царить гармония и любовь. Конечно, прощать представительницам лучшей половины человечества грубые нарушения правил дорожного движения ни один инспектор ГАИ даже в Международный женский день не может. А вот подарить девушке цветы, вне зависимости от количества административных штрафов, легко. Очень приятно. Такой неожиданный знак внимания от сотрудников ДПС. Поэтому спасибо им большое. Тоже поздравляю с наступающим. Очень приятно, очень неожиданно. Как ходит машина? Часто ли нарушаете? Нет, не нарушаю, но у меня всего 2 месяца стаж, так что я потихонечку, медленно, никому не мешаю. Акцию подмосковной госавтоинспекции поддержал и наш земляк, известный музыкант и исполнитель Денис Майданов. Водитель с 20-летним стажем, к женщинам за рулем певец относится, как и положено, с большой любовью. Мужчины и женщины – это два разных водителя, к этому нужно быть спокойным и любить наших дам за все остальное, что они для нас делают. Кстати, среди них есть тоже замечательные водители. Завершилась красивая предпраздничная акция не менее эффектно. Призывом в обязательном порядке пользоваться ремнями безопасности. Один щелчок спасает жизнь. Один щелчок – это щелчок ремня безопасности, когда вы пристегиваетесь.